It's a lunch table. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня я вам хотела показать такой дом инвестиция. Мои покупатели его приобрели, сделали ремонт, поставили мебель. Находится этот дом в туристическом коридоре, очень близко к Диснейленду. Минут 15 езды максимум. Город называется Клермонт, но он расположен буквально на пересечении Клермонт и Кисими, то есть такой действительно туристический коридор. Почему я вам хотела показать этот дом? Вообще проект был невероятный. Я этот дом видела, когда мы покупали. Я хотела бы передать привет Людмиле и Якову, моим инвесторам. Очень умная инвестиция была сделана. Сейчас, после того, как они сделали ремонт и обставили для туристов этот дом, они начинают его сдавать в Airbnb. Вот буквально вчера или позавчера вышел линк на Airbnb, профессионально сфотографированный, и будем набирать туристов. Но в данный момент я хотела бы вам рассказать немножко по цифрам по этому дому. Дом был куплен за 460 тысяч. Этот комьюнити достаточно известный, мы уже делали видео здесь, называется High Grove. 460 тысяч, 2920 квадратных фит, что в переводе на метраж 271 квадратный метр, очень большой дом. 5 спален, 3,5 ванных. И купили мы за эту сумму, за 460, еще в начале февраля. Вчера я посмотрела цены, по которым выставляются точно такие же дома, но не в таком состоянии, как вот сейчас этот после ремонта. 530. Стоит два дома сейчас здесь, такого же размера. Налог 3114, HOA 218 в месяц. Ну, извините, налог 3114 в год. Не в месяц, а HOA в месяц 218, это совершенно хороший HOA, так как здесь gated community, community бассейн, за ландшафтом ухаживает HOA, ну, много плюсов. Ну и в принципе HOA в таких комьюнити, где сдается на краткосрочную аренду, оно всегда чуть-чуть повыше, чем в тех комьюнити, где нельзя сдавать на краткосрочную аренду. Размер земли 0,17 акра, и дом сделан из блока, первый этаж и второй этаж, деревянная рама, как обычно строится во Флориде. Ну, бассейн что? Есть, да? Бассейн есть, да, конечно, есть бассейн. Я всегда рекомендую своим инвесторам, кто хочет сдавать дома на короткий срок, какая-то маленькая лужица должна быть. И действительно, если это таунхаус, конечно, не может быть полноценного бассейна, но бывают мини-бассейны в таунхаусах. Может, даже будет хот-таб, да, этот джакузи такая на земле стоит. Но какая-то лужица должна быть прямо во дворике. И, естественно, когда это частный дом, хорошо иметь бассейн, а еще лучше, если бассейн с джакузи и подогреваемый. Я очень хотела поделиться с вами вот этим проектом, потому что я помню, как этот дом выглядел. Он, в принципе, был симпатичный, когда мы его покупали. Но то, что сейчас ребята сделали с этим домом, я, честно говоря, не узнала. Давайте пройдем, посмотрим. Пойдемте. Очень интересно. Кстати, давай скажем, что если у кого-то есть вопросы по недвижимости, пишите, пожалуйста, нам на почту. Она будет указана вверху сейчас, да, где-то здесь, либо где-то в другой здесь. Стороне, да, либо в прикрепленном комментарии, либо под этим видео в описании, так что обращайтесь. Вот, Юля за меня сказала, да, извините, но с нами достаточно легко
связываться. Это не правда. Каждый может найти, все равно спрашивают, как с вами связаться. Юля подробно везде вставляет разные пути для связи. И вот куда мы сейчас указали, и под комментариями, и под, в описании, в ссылке к видео. Да, будем рады помочь. Ну что, проходим? Да. О, а гараж, кстати, здесь на сколько машин? Гараж на две машины, но он не используется сейчас как гараж. А мы вам покажем. Используется как, да, что-то другое. Вот здесь такой welcome sign повесили. Ага, тут вот можно посидеть, на соседей поглазеть, если больше делать нечего. Итак, что мы видим? Так, заходим. Раньше эта комната была непонятного предназначения, но семья сделала как вторая гостиная. Угу. Знаете, вот взрослые в одной гостиной, да. Дети в другой. То есть здесь повесили класс. Телевизор, поставили диван, кстати, он похож на раскладной такой лейзи-бой. Да. Очень удобно, мягкий. О, да, точно. Классно. Я не буду уже раскладываться с диваном. Да, то есть здесь дети могут быть, подростки, то есть отдельная компания. Да, может здесь дверки находиться. Закрываются, и такой прайвеси. То есть дети могут играть и в приставки, и мультфильмы смотреть. Угу. Хорошо, что дверки закрываются. Сразу стены были видно. все перекрашены. Да? Угу. Проходим. Мне нравится, что при входе есть такой коридорчик, да, не сразу заходишь в такое большое помещение. Здесь столовая. Так, уютненькая такая столовая. Смотри, они повесили шторки, так что шторки придают уют. Угу. Мне нравятся вот эти жалюзи, посмотри, они тоже такого серебряного цвета. Да, они прямо от шторок не отличаются, очень уютно. Полы были поменены. Насколько я помню, здесь не было этих полов. Они покупали, мебель или нет? Нет, покупали без мебели. Здесь мебель, жил сам владелец, который забрал мебель. Все. Вот. Проходим, здесь все еще коридорчик продолжается. Красота. Ключики положить, сумочки. Угу. Вот мы попадаем в гостиную. Так, вот она гостиная. Давай мы ее сейчас обхватим полностью. Что у нас тут имеется? Диванчик. Так, и там вон кухню потом покажем. Ну, планируется сюда еще скоро будет привезен еще один диван, чтобы можно было разместить семью побольше. Я так поняла, что он уже заказан. Этим занимается и хозяин, и у них есть помощь от property менеджера. Я не знаю, кто из них выбирал что-то. Ну да, потому что сейчас этот как бы маленький он диван, согласись же. Для он большой очень компании. Красивый, просто безумно красивый. Он мне очень Но нравится. Надо еще Но два вот нужно так сюда по бокам. Еще, да, что-то, потому что семьи иногда приезжают, мама, папа и детки. Я понимаю, что там есть отдельная комната, но иногда, может быть, они хотят вместе посидеть. Вместе внизу хотят. Но диван очень красивый, мне прям нравится, такой вкус. Сваровский. Ну и посмотрите, какая большая гостиная. Здесь еще прям просится, можно поставить. Много чего. Да, вот здесь, смотрите, пустые места как раз можно поставить либо кресло, либо еще что-то дополнительное, какие-то лавкочи хотя бы. Вот здесь мы попадаем в кухню. На мою память, кухня, по-моему, такая же она и была. Я говорю, это было в феврале, уже столько много... Хорошая кухонка. Всяких продаж было, но, насколько я помню, она такая тоже была беленькая. Гранитная поверхность. Очень красивая. Сейчас вот, смотрите, она полностью готова для приема гостей. Есть посуда, кофеварка, чайник, все, что нужно. Тостер, ножи. То есть это все они покупали, да? Но единственное, что в основном, хозяева ходила, покупатель, кто покупал дом, они делали вот какую-то обстановку вот эту. А скажи, пожалуйста, про, например... Аплайенсы, то есть... Аплайенсы все были, причем все вот были? Этот холодильник вот очень такой прям красивый, смотри. Да. Достаточно это дорогой. Да, здесь около 3000-4000. iPad. Такой умный холодильник. То есть они это покупали, да? Уже он уже был, да, он уже был с домом. Отлично. И вся техника обновленная была, нам это очень понравилось. На самом деле это будет достаточно дорогой пакет, если по-новому покупать. Конечно. Все чистенькое, малоиспользованное. Надеюсь, туристы там да, не загадят. А вот смотрите, что мне нравится. Островок какой островок милый, да? Есть. Тут тоже можно что-то это
Тоже загрузить. Давай заглянем, мне так интересно. О, так слушай, здесь доводчики, между прочим. Да, ты уже видишь, да, бокалы. Все есть. Здесь красивые бокалы. Прям очень. Такая подставочка, слушай, красивая. Вообще шикарно, шикарно. В интересном стиле. Тоже, видите, посуда здесь вся. Даже специи есть, ложки, вилки, поварёшки. Ну, вообще полностью оборудованная, укомплектованная кухня. Да. Очень красиво все, вот прям чистенько, ничего лишнего. О, пантри. Угу. Так, тут везде мусорные ведерки. Так, тут мы вот переходим в обеденную зону опять же. Так, выходим отсюда. Да, по первому этажу мы еще... Это, скорее всего, owner closet. Да, 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 кстати, да, да. Можно в него заглянуть, но он обычно закрывается. Закрыт. Да, здесь для менеджмента что-то, да, хранится. Пылесосы, да, да. Такое все. Да, это закрывается на ключ, когда приезжают туристы. Здесь мы проходим дальше, попадаем в половинку ванной. Половиночка, посмотрите, тоже какая красивая. Тоже. Все вот эти картинки были продуманы. Uh-huh. Украшения на стене. Очень мне нравятся, кстати, вот те цветы. Uh-huh. Ну, красиво, честно говоря. Мне нравится. А вот это тоже было, да? Это было здесь. Было. Тоже хороший вот Samsung. Отлично вообще. Так, вот интересная, значит, комнатка, сделанная из гаража. Что мы здесь видим и как это называется? Это игровая комната. Она была оборудована именно, как покупалась, когда дом покупался, здесь не было... как бы далеко этой комнаты. Гараж все был. Это было сделано, все было куплено, стены покрашены. Из этой комнаты сделали игровую, там хоккей, здесь бильярд. И также, смотрите, темными шторами закрывается окно. И вот, пожалуйста, вам... Телевизор, вот он. Еще одна такая, как театр, мультфильм. Да, слушайте, ну это называется домашний кинотеатр. Давайте домашний так кинотеатр. Это называть. То есть здесь это чисто эстетически они закрыли. Да. Здесь должны быть двери гаража. Если кому-то нужно будет, это можно конвертировать обратно в гараж. Да, да, да. А вот там нагреватель, по-моему, здесь, да? Кондиционер и водонагреватель. Вот, посмотрите, мы так покажем. Вот кондиционер, нагреватель. Ну, по опыту и property менеджера, и, в принципе, как бы по опыту вот в этом виде инвестиций, туристам не нужны гаражи. Да. Они никогда не паркуют в гараже. Конечно. Тем более здесь, если ты заметила, ну или вы там заметили, или ты, Юля, да, вот драйвей, он достаточно большой. Можно на нем поставить. Они приезжают, ну, две машины как бы максимум. Всегда, да, разместятся. Да. Или перед домом. И они, когда смотрят на фотографии, когда они листают Airbnb, очень сильно обращаются внимание, если есть игровая комната. Игровая, да. Это всегда приветствуется. Смотри, какие обои красивые повесили. Ага. То есть они сделали из этого... Как картинка, это обои, я даже не да, могу да, понять. Да, это обои. Да, это обои, но они сделали в рамочке. Ага. Плюс они неон пустили, плюс это аэрохоккей, тоже популярная здесь вещь. А я думала, это футбол, да, еще так издалека. И еще даже есть бонус такой, не знаю, зачем он нужен, но если кто-то здесь тусит. Для холодного пива, ну как. Да, сразу, чтобы далеко не ходить, да. И причем повесили кондиционер, посмотри, обрати внимание, в гаражах обычно нет кондиционера, поэтому здесь не будет жарко, это очень большой плюс. Вот почему я увидела, что здесь утеплили, заизолировали двери, чтобы не выходило, да, чтобы не выходило воздух. Тепло и прохлада, особенно, да, в жаркое время, да, 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 года. Вот. Ну, по первому этажу мы прошли. Так, проходим дальше. Поднимемся на второй. Давайте. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ковролин. Ковролин решили оставить. Ну, на самом деле он был в хорошем состоянии. Нет смысла сейчас менять на дерево. Лучше... Абсолютно нет. Сейчас идет горячий сезон, лучше все сдавать, пока сдается. Вот именно. Пока время, деньги не убьют ковролин, надо вот подождать. Именно. Да, и также ковролин, если он в хорошем состоянии, он... Ну, долго служит. Да, он долго служит. Так, здесь мы попали... Куда? Это не, я не знаю, в какую мы первую попавшись. Это гостевая. Гостевая, хорошо. Гостевая спальня. Так, с двух сторон окна, что замечательно, светло, уютненько. Гардеробная. Так, естественно, хорошая. Так, зеркало есть, телевизор большой есть, все как надо. Здесь вещи хранить. Платенечки. Обязательно, да.
Это полная ванная. Ну, здесь уже пластиковая, но это второй этаж, так часто бывает. Ванная. Ну, все так чистенько, хорошо. Смотрите, какие большие часы сделали. Да, очень арт-объект. Так, далее проходим. Я пришел. Далее проходим в какую это спальня? Так, это хозяйская спальня. Хозяйская, ага. Вот, сразу видно, потому что она очень большая. Вот видите, какая просторная. Есть даже место кофе попить. Вот такой вид за окном. Тоже так. Достаточно просторная гардеробная. О, гардеробная. Да, гардеробная и хозяйская ванная с двумя раковинами. Ну, тоже уже это не гранитная поверхность. Что здесь у нас? Окошко есть затемненное. Зато здесь есть... Посмотри, какой большой ванная, душ. И ванная, и еще большая душевая кабина. Большая, да. Можно втроем помыться. Всей семьей. Или даже вчетвером. Так, вот что хорошо. Отдельно закрывается туалет. И здесь у нас еще одна такая кладовочка. Так. Все. Так, проходим в следующую гостевую спальню. Так, давайте вот так по пути. Здесь окошко с одной стороны. Гардеробная. Ну, по размеру они похожи с первой, которую мы показывали. Большой телевизор. Это размер кровати queen size. Queen. Хороший размер для двух взрослых. По коридорчику проходи, так, можешь так, налево, так. Направо, там тоже одинаковые комнатки. Вот сейчас мы здесь включим свет. Тебе окно откроем. Так. Да, здесь, наверное, включается вон с той лампы. С той лампы. Да, да, надо окно открыть. Сейчас. Не дошла я до этой комнаты, чтобы... да, вот интересно, как здесь поднимается. Смотри, да. А, нет, смотри, нажимаешь, и оно тянется. Поехали. Вот. Ну, давай не будем оба окна открывать. Да. Свет уже появился. Вот. Да. Здесь уже вот такого вида гардеробная. Угу. Ну, для детей достаточно. Это ж... А, посмотри, какие тоже обои сделали. Здесь уже в стиле Маквина. Машинки. Такая мальчишеская спальня для двух детей. Отлично. Так, очень классно, закрываем тоже телевизор повесили. Угу. Так, тут у нас еще одна ванная комната. Здесь раковина, туалет, все дела. По-моему, там окошко есть. Да, посмотрите, окно, классно. Так, и все, последнее, правильно? Это уже оборудование, как девочка, ой, для девочек комната. Да, девчачья такая. Тематика такая Frozen. Красота. И вот тоже у них так открывается кладовочка. Всё. Вообще всего должно быть по минимуму в таких домах. Не нужно ничем загружать. Лишнего не надо. Лишнего ничего не нужно. И я считаю, что в этом доме есть все, что нужно. Да. Ну что ж, пройдем в наш десерт. Это зона бассейна, как обычно. Внизу, да. Напоследок всегда показываем, что там у нас на бэк-ярде. Проходим. Барная стоечка. Классная вещь, кстати. Так, выходим на бэк-ярд. Классно, все находится под скрином, да? Да, все ограждено скрином, экраном, сеткой. Ой, а тут еще и спа, оказывается, есть. Здесь спа есть. Классно. Бассейн хорошего размера, да, скажи. Да, хорошего размера, большой. Да. Здесь очень уютный такой тоже уголок. Ух ты, а я его не увидела сразу. Очень, достаточно большой двор. Угу. Такой уголок всегда находится практически в тени, если в жаркий день можно там поужинать. А ты знаешь, не знаешь, планируют ли они поставить, ну, если не летнюю кухню, то мангал? Потому что люди очень любят. Я хочу сказать, что это не рекомендуется.
Я знаю, не но рекомендуется. Не рекомендуется, но люди всегда. Нет, смотри, вот Юра, property manager, он сразу говорит, мангал убираем. Да, ты чего? Сразу говорит, убираем. Во-первых, есть сервис. Как, перед тем, как приезжает турист, они дают опцию, если они хотят мангал. Есть такой сервис в Орландо, они доставляют за ночь до заезда туриста, они доставляют мангал. Турист, ну, как бы те, кто, ну, гости дома, они им пользуются, сколько они здесь живут. Потом эта компания забирает, они делают сильный pressure washer, потому что вот ты купишь новый мангал, там, сколько, ну, $700, представляешь, его в первый знаю. Же... Приезд его настолько, а кто его будет отмывать? Поэтому это самое лучшее, это за дополнительную плату. Не многие туристы хотят. А ты не знаешь мангал. Примерная стоимость? По-моему, говорил около $70. Не знаю, надо спросить. За какое время, непонятно, да? Ну, в принципе, есть спросим, такая опция, да? Да, мы спросим. По-моему, он сказал, хорошо, что есть. Что-то около $70 в неделю, может быть. Ну, это сложный вопрос, я как бы не занимаюсь Airbnb. Но я-то, знаешь, не знала, что такое есть, оказывается. Да, есть, я сама не знала, но есть такого вида сервис. Я считаю, что это более практично, чем платить владельцу потом после каждого заезда за чистку того же мангала. А там на самом деле один раз можно использовать, он уже в таком не очень приличном состоянии, как бы вид, там, если мясо пожарят, это все остается. Вот. Ну, вот такой у нас дворик. О, журавлик. Так, а водичка сейчас теплая. А ты не знаешь, случайно не подогревается ли он? Это сейчас теплая. Подогреваемый. Должен быть бассейн. Да? Сейчас я сауну попробую, подогревается ли она сейчас. О, еще один журавлик. Одинакового температуры. Ну да, сейчас просто жарко, ну, и вся вода нагрелась. Сейчас я вспомню, если он есть. Я даже посмотрю. Да, есть подогрев. О, отлично. Причем, ты знаешь, у меня такое впечатление, что это газовая система. Ну-ка. Я сейчас уже не могу припомнить. У меня нет отчета при себе инспектора, по-моему. Но это кажется газовой системой. Хорошо. О, тарелка здесь, да? Здесь спутниковое телевидение или что? Ты не знаешь? Или она не работает? Непонятно, не думаю, да? Сейчас спутник никто не смотрит. Да я тоже думаю, она там об этом подумала. С испокон веков стоит, ее просто не убрали. Ну, отлично. Дай-ка я еще раз вот так покажу. Большой бассейн. Итак, что мы хотим еще сказать? Ну, я хочу сказать, что я поздравляю снова Людмилу и Якова. Я считаю, что это очень хорошее приобретение по хорошей цене. Цены уже намного выросли даже с того момента, как вы купили. Купили вы недавно. Вы сделали сногсшибательный ремонт. Мне очень все понравилось. Да. Опять-таки я говорю, что я была в этом же доме до сегодняшнего дня. Он совершенно был другой. Его просто не узнать. У вас очень хороший вкус. И удачи вам с вашим бизнесом. В следующем видео мы представим интервью с property-менеджером, который ведет менеджмент вот этого как раз-таки дома и много других домов для моих инвесторов. Property-менеджера зовут Юрий. Здравствуйте. Юра нам рассказал все в деталях, в подробностях. Смотрите следующий выпуск и спрашивайте ваши вопросы. Мы на них ответим. А теперь всем пока. Пока-пока.